Копируем. Делаю второй столбик. Как видим, идентификаторы отчасти совпадают, отчасти нет. Например, респондент с идентификатором 16 повторяется два раза. Я удаляю в самом Excel-овском файле этого респондента, тем самым устанавливая лучшее соответствие между двумя столбиками, и одновременно удаляю строчку, соответствующую первому из двух респондентов, хотя это на самом деле один респондент, но который ответил два раза. Я удаляю эту строчку. Продолжаю работу в том же духе. Этот респондент опять же встречается два раза. Здесь удаляю. И снова в соцдем тоже удаляю первый из двух. Здесь есть респондент, здесь респондента нету с этим идентификатором. Нам необходимо полное совпадение. Следовательно, этого респондента мы будем вынуждены удалить. Удаляю отсюда. Удаляю из файла соцдем. Как видите, здесь уже в этой области полное совпадение. Вот новая проблема. Опять же, два раза один и тот же респондент присутствует. Продолжаю удаление.